Всем привет! Готов очередной проект. Цвет вишня. Так вот бак выглядит. Порошковая покраска. Значит, железо идеально ровное. Под него должно быть. Иначе будет все кривое и горбатое. Решил сочетать с черным. Сзади фирменный логотип мотоцикла Урал. Так вот, сорочка нанесена. Хотел еще бугель подставить, но не получается его подставить. Черный бугель тоже был, смотрелось симпатично с ним, но не подставляется с ним. Надо что-то ставить, а я уже устал. День опять прошел не зря. Ну и, соответственно, три крыла и кожуха. Вот. Крылышки горят все. Все сделал черное, чтобы сочеталось красное с черным. Котик тут тоже сочетается красиво. Красивый барсик. Барсик! Уснул, видимо. Вот. Под простую вилку сделан мотоцикл 8-100-310. Вот такая красота. Следующий проект будет глянцевый черный. На нем уже обвесы не так будут смотреться. Думаю, каким цветом обвесы покрасить, чтобы они выделялись. Ну, не знаю. Может, кто подскажет, каким. Ну, хром сразу нет. Хром не получится, порошковая покраска не очень с хромом. Некрасиво смотрится. Ох, вот этот цвет мне нравится, я не знаю. Сейчас он опять смотрится красным. Вот бак вишневый, но почему-то я когда через телефон смотрю, он красный, а так вишня. Может, надо с цветом поиграть. Сейчас попробуем свет выключить. На глазах изменится или нет. Блин, там еще свет горит. Ну ладно, совсем темно будет без него. Да, вот сзади красное смотрится, а спереди вишневое. Вот крылья они в темноте. Вишневые. Барсик, ты серый. Какой был, такой остался. Вот. Короче, будет комплект этого железа продаваться. Три крыла, бак, лодочка. Без обвесов, не считая бугелей. Не считая бугеля на крыло. С ними там дополнительно цены можно обговорить. Все это есть в наличии. Можно также багажник забабахать. И наперед, и назад черный. На красном вообще, блин, черное с красным вообще четко смотрится. Жалко ставить даже на этот. Вот. Так вот все будет примерно выглядеть. Не знаю, по мне багажник мне вообще не нравится спереди, не знаю. Может быть, я не прав. Вот сзади тоже черный багажник есть. На стене висит, откручивать неохота. Примерять, показывать. Ну, что-то все понятно. Вот, в общем, вот так вот. Такой получился проект. Кому интересно, номер телефона 8-908-633-8785. Что-то надо дополнительно покажу, все расскажу. Что, как делалось. Бак вообще новый был. Цвет синий был. Ну, решили, не могли найти ровный. Пришлось пожертвовать новым баком, чтобы покрасить. Ну, на это можно любоваться, короче, вечно. Да, машина, кстати, чуть-чуть похожа. Машина потемнее, конечно. В общем, вот так вот. Ну, ладно, всем пока.